Евросимов, дорогие гости. Сегодня, как сказал ведущий, у нас действительно двойной праздник. У нас в этом году и 55-летие промышленной группы предприятия «Фосфорит», и сегодня день Евросимова. Были этапы строительства, наращивания мощностей, вывод производства на проектные показатели. Но за это весь коллектив предприятия был отмечен высокой правительственной наградой Орденом Трудового Красного Знамени. Сегодня промышленная группа «Фосфорит» – это крупнейшее предприятие на северо-западе по производству минеральных удобрений и кормовых фосфатов. Мы сегодня одно из немногих предприятий, которое способно полностью покрывать свои потребности в паре и электроэнергии. При этом резко сократили потребление природного газа. С 2005 года мы планомерно занимались работой по ликвидации опасных объектов. Мы смогли устранить признаки опасности, мы смогли закрыть и вывести эксплуатации эти объекты, провести замену физически изношенного оборудования, что в конечном итоге позволило сократить с 2001 года, если считать, 361 объект был у нас, а сейчас их осталось 9, те, которые находятся у нас в эксплуатации. Евросим не только участвует в технических вопросах, но и всегда активно поддерживает и социальные программы, такие как возведение спортивных сооружений, строительство жилья, медицинское обслуживание, учеба и подготовка специалистов. Но на этом, я думаю, мы не остановимся, потому что наше руководство всегда рассматривает проекты, которые можно реализовать, опираясь только на мировую практику, подтвержденную тем, что тот продукт, который мы будем выпускать, будет востребован на далекое будущее. Я хотел бы поблагодарить всех работников минерально-химической компании, а также работников, занятых на строительстве, ремонте, в производстве фосфорита, за проделанную совместную работу, пожелать всем реализации намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, а всем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья и благополучия. Сегодня мы отмечаем 17 лет компании «Евросим», 55 лет компании «Фосфорит» и более того, еще 15 лет «Кингисепп Приемстройсервису». И это все сложилось на этот год, когда компания находится, наверное, в высшей своей стадии развития за последние несколько лет. Пожелать вам благополучия, здоровья и новых профессиональных успехов. Спасибо. А давайте мы поблагодарим кадры за их прекрасную работу. Звание «Заслуженный работник МГК Еврохим» присваивается. Барабанная дробь, ваши аплодисменты. Спродову Сергею Евгеньевичу, начальнику цеха «МОС». Мы вас искренне поздравляем. Воронин Владимир Николаевич, слесаремонтник цеха «Экстракционный». Награждается Бычихин Александр Леонидович, аппаратчик обжига цеха кормовых обеспечений, контроль измерительных приборов автоматики цеха. Награждается Блинов Дмитрий Александрович. Дорогие друзья, ну не скупите с тобой смерть, было что вы думаете. Да, вот мой день никого. Награждается Петракова Елена Андреевна. Помимо этих прекрасных вручений, у нас много прекрасных подарков. И я хочу, чтобы вы еще раз поприветствовали наших прекрасных детей. Ваши аплодисменты, ансамбль из данной спортивного танца «Рим».
Мы возвращаемся к прекрасным словам от ваших руководителей, дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты. Я приглашаю на сцену первый заместитель главы администрации Кингисеппский, муниципальный район Толкачев Виктор Евгеньевич, и заместитель главы Кингисеппского района Маргарита Артуровна Иголина. Уважаемый Сергей Аркадьевич, уважаемый коллектив нашего замечательного предприятия «Промышленная группа Фосфорит», Кингисепп Ремстройсервис, позвольте зачитать вам приветственный адрес. Компания «Еврахим» стала первой среди предприятий крупного бизнеса Кингисеппского района, приступившей к реализации соглашений о социальном партнерстве, выбрав при этом самые важные и перспективные направления – здравоохранение, образование, спорт. За последние несколько лет социально значимые проекты Ленинградской области и Кингисеппского района компания вложила весомые инвестиции. Нашими совместными усилиями развиваются, преображаются, становятся современнее и комфортнее для жителей и город, и район. Плодотворные работы и творческих идей о компании дальнейшего развития и процветания. Один из ярких примеров предприятий, которые не просто хорошо развиваются, активно развиваются в своем промышленном производстве, выходят на все новые и новые уровни в производстве минеральных удобрений. Но это компании, которые являются примером социальной ответственности, реальной социальной ответственности, не просто красивые декларации, а реальных дел. Это все заслуга группы компаний «Еврахим». Спасибо огромное. Даже не мог только Атоша, он поздравит нас. Почетной грамотой награждается Литович Ольга Вячеславовна. Поздравить всех с сегодняшним праздником, днем компании, с днем Еврахима. Ремстройсервису в этом году исполняется 15 лет. С этим хочется пожелать компании, пожелать всем дальнейшего развития, чистого неба над головой, мира вашим семьям, вашим близким и благополучия. Сейчас очень большой прекрасный сюрприз специально для вас. Мужчины, расслабляемся, улыбаемся, наслаждаемся. Заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко. От себя, от своего сердца. Всем вам,
мира, добра, благополучия, конечно же, счастья и любви. Ну а сегодня просто хорошее настроение. С праздником! Вся земля, тепло согрета, и по ней я бегу босиком. Я пою, и звезды лета светят мне, даже днем я так хочу. Чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, за мною следом. Вот я так хочу, чтобы маленькие после мысли удивительные звезды. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Ветерок на тех крылах манит в лес за мной следом. Маленькие взрослые удивительные звезды дарили все. На лесах, на лугах, на цветы я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы я хочу, чтобы маленьким взрослым дарили все. Лето, лето, ах, лето, лето звездное звучит. Мира, добра и счастья. И со мной поговорим.
Ну так, чтобы слышали только над Богом. А весь мир, вся Россия, не знаю, вся планета, что праздник сегодня именно здесь. Заслуженный артист России Сергей Рогожин! Оставили разводы красных кружев. Мы встретились с тобой случайно, милый друг. Но этот миг любви нам словно воздух нужен. После бокала вина как будто выпили. А что у нас делают люди, когда они за столом? Но это вы делаете что-то другое. Поют! Все вместе споем? Ну когда еще представится такая возможность? Другую картинку ты придумала сама. Сотвори ее без музыки и света. Ты считаешь, что картинка нарисована зима. А мне кажется, серебряная лето. То ли снежная поляна, то ли озеро в лесу. Постучались с тобой.